Ты уже вы сама приготовили? Не устала? Это что такое? Это бульон. Это фисташки, бульон с клубникой. К родителям? Родителям? Это нормально, что с родителям? Это Казахстан, это очень нормально. А, да? Так, наоборот, это гостеприимство, уважение. Родителям, да? Да, да. Родители дияся. Родители дияся. Ага. Включите кондиционер, он сказал, не, нормально, холодно, буду говорить, пускайте окно и бегает. Экспо, да? Я там была. А что там сейчас? Там сейчас как выставочный зал, то же самое осталось. Ага. Мечеть. Оди. Иго, как будто там. Корея, эмбасси? Все хотят полететь в Корею. Оди. Привет! Why are you so stupid? Okay, okay. Ну, да я чё? Готовила. О, почему? Она же утром встала из-за нас тогда. В магазине ничего не покупали, все домашнее. Нет, тогда мне это плохо, если ей тяжело было. Нет, это нам хорошо, когда это вам. Юна, это реально. Мы от этого кайф, удовольствие получаем. Мы кайф получаем, когда это а часто не дома? Да, да, я в частном доме живу. О, как будто кафе. Багаж here. А, хорошо. О, очень красиво. Очень красиво. Да, да, да. У меня точно на такой чудовище было всегда. А сумка, она настоящая? Да, чучело. No. Проходите. Здравствуйте. It's father of my wife. Ага. Ага. Проходите. Wife of yes. А. Я думала, это ресторан. Как красиво накрыли. Это все у нас. Да. Это тоже вы. Это вы тоже приготовили? Это фисташки рулет с клубникой. Фисташки. Фисташки рулет. А это меренговый рулет с малиной. Блин, это все? Это все сама? Одна? Да. Ну, чуть побольше, кажется, надо. Целый день. Мы будем говорить, что убьёный запрет. Не знаю, как сказать. Я думаю, мне надо все попробовать, потому что она так приготовилась. Очень традиционно, потому что его жена, она с Актюбе. И там традиции очень сильно уважают, делают. А, это что такое? Здрасте. Так, вы откуда? Из Южной Кореи. Это откуда? Какой город? Сеул. Сеул? А, да. Очень приятно. Очень приятно. Я отец. Диаш. Диаса, да. Да, похож. Вот, да, да. Да, да. Он второй сын еще есть. Это все домашнее, это ничего не нету здесь ресторан. Это все. Это она сама делает. Она? Да. Жена Диаса. Она так за меня переживает, говорит, она это все делает. Приготовила. А теперь что же сделать? Гостей надо встречать же. Вау, это Казахстан, да? Да, поэтому объясни, что пробовала это все. Try it. Да, здесь ничего заказного нету, все она сама. Это очень душевно. Yes. Все сидят вот как вы сейчас сидите. Хорошо. Хозяин, они должны внизу сидеть, это вот называется низ. Папа тут, хозяин тут. Нет, ну если будет, гости придут старше, чем я. Хорошо. Это почетное место. Вот двери. А, если дверь здесь, да, то гости там должны быть. Хозяева ближе. Так, вы же зашли отсюда, гости на этой стороне не могут сидеть. Приносить что-то, поэтому здесь гости не сидят. Если ты туда зайдешь, тогда стыдно будет, если здесь гость будет сидеть. А, да. Если я родила с котяшкой, так это мне надо все это готовить. Да, да, да. Тоже вы сама приготовили? Да. Не устала? Сама же все это много. Это
настоящий бешпармак? Настоящий бешпармак, домашний бешпармак. Моя супруга. Очень красивая. Тесто? Ну да, это тесто рукой делают, ручное тесто. Это тоже рукой? Да. Лимонад тоже. Лимона тоже, да? Наверное, целый день занимались. Не знаю. Это хобби. Женщины в Казахстане, для них это не тяжело. Хорошо, что я кореянка родилась. Давайте. Приятного аппетита. Все мягкое. Очень вкусно. Как курт, домашний курт отличается от магазина. Бешпармак тоже намного вкуснее. Это что такое? Это бульон. От чего? Это вот мясо. От бешпармака, да? Это горячий. Как это? Снизу берите. Как? Вот так. Вот так. Да. Вот за эти места вот это вот осталось. Керактин лайки. Yes, of course. Тут все вкусно. Теперь я, когда ты накушает, я удовольствие получаю тоже. Ты как наш родитель, да? Можно добавлять вот курт. Курт называется это. Это курт? Курт обычно круглый. Круглый. Это чтобы в сыр положить специально. Если нравится, положите. Это все должны съесть. Что такое? Баранья голова. Голова? Да. Почетным гостям обязательно подается. Голова. Папа есть у него? Папа есть у него. Живой папа? Да. По нашим традициям не трогает голову тогда. Если папа живой, нельзя трогать. Это голова нельзя трогать, да? Откуда это баранины? Откуда? Режем сами. Сами? У вас есть баранины? Нет, покупаем баранины. И потом делаете так. Да. Пожелания какие-нибудь? Тост. Мужчина надо говорить. Guest who drink alcohol has to say something like, он хочет, чтобы я переводил на русском. Корея, но English, но правда. 짧은 시간인데도 불구하고 호텔을 주셔가지고 엄청난 감동을 받았어. Последний день в Казахстане и короткое время вы пригласили нас тут и очень тронуты от гостеприимства Казахстана. 이렇게 왔는데 음식이 너무 맛있어. 내가 먹은 것 중에 제일 맛있는 거. 모든 가족이 준비해서 맞이하는 게 엄청 감동이에요. 앞으로 어떤 일을 하더라도 다 잘 되기를 바랍니다. 이 오친 블라가 다리만. 일단 이 크루그로 있어. 루카다. 네. 아, 지금 이 레벨로 크루드. 네, 야, 비디오 스토리스. 야, давно не была в Казахстане. Последняя поездка была 4 года назад. Нас пригласили у вас дом, и дом тоже очень красивый. Меня удивили больше всего, что это руками сделали. И как Юн сказал, не ожидала, что вся семья будет, даже папа. Будем встретить нас вот так и угостить нам такой вкусный еды. И невеста тоже спасибо, что это так приготовила. И Димаш тоже, и Ансан, что ты прилетел в Астану. Я очень хочу еще раз вас увидеть, когда я прилетаю в Казахстан. Желаю вам всего наилучшего. Настоящий южный корейский. Они тоже редко приезжают, поэтому когда к тебе домой едет, конечно, это надо. Стерлинсат, индер славосн. Я хайда жу сендерде жолдар узбас. It's like finishing when I was in Актобе.
I was shocked because for... Поднимается, встает. Она встает и... Почему? Что? Традиция. Если ты встаешь? Yes. Если ты постоянно встаешь вот так? Yes. Да, это традиция. Feel uncomfortable to stand maybe up. Maybe only you. But another Kazakh like. Я не могу вставать, если она так будет кричать. Да, да, да. Ей будет некомфортно. Как это все умеете делать вообще? Нет, я просто головами не понимаю. Да, я понимаю. Я понимаю. Как она все это сама сделала? Бешбермаг, это. Я даже наливать это сложно будет у меня. Очень вкусно. Это мы же столько раз мы так делали, потом Аве Мария, это что-то. О, бразер, Азан, Азан как мама. Она каждый девушка. День так готовит? Когда праздники, когда день рождения, а так каждый живой человек живет. Ну да, я думаю, человек будет сильно уставать. Ну, обычно дома она готовит, да? Конечно, да. А, каждый день? Да, ну какой-то один-два салата и кушать. А, завтрак, обед, ужин, все. У нас в Корее там не все могут готовить 3 раза в день. А как кушаете тогда? У нас на работе, либо... Заказывают? Ну, кафе? Да? На работе дают еда. А, дают? Да. О, казахский стиль! О, май гад! Рахмет! Крас! Вау, что это? Это у нас есть... О, тебе идет! Тебе идет! Да. Очень красиво. Это новый казах girl. Born казах. Очень приятно. Казахское гостеприимство это. Очень вкусно поела, спасибо. Асмосом, значит приятно. Спасибо большое. Приходите еще раз. Обязательно встретимся, когда я буду властен. Когда будете в Казахстане, обязательно приходите в гости. Хорошо, обязательно. Хорошо? Да. У нас друзья поедут. Да, очень приятно то, что вы наш дом посетили. Да, мы всегда будем рады вас встречать здесь дома. Приезжайте 2 года, 3 года, каждый год приезжайте. Да. Ну, вы 4 года же говорите не были же. Да. Вы каждый год приезжайте. Когда надо, приезжайте. Вот наш дом, мы здесь живем. Всегда будем рады. Вы тоже приезжаете в Корею. Удачи вам, самое главное. Спасибо. Удачи, чтобы до дома жил здоров, да. Чтобы домой прилетели, рассказали, как мы здесь живем. Да. Всем вашим родителям, родственникам, всем привет большой. Ой, спасибо большое. Мы очень хорошо покушали. 2 килограмма тут и тут. Короткое время, но так хорошо. Подарки тоже получили. Люблю Казахстан. Как всем крему.